Друзья, всем большущий привет! Сегодня сделаем на самом деле нужную классную самоделку для Шурика. Полезна она будет особенно тем, кто делает ремонт дома, как я. Собственно, поэтому я ее и сделал. Вот такая классная вещь у нас получилась – автоматическая подача силикона или герметика. На первый взгляд может показаться, что это бесполезная вещь, но прежде чем так думать, выдавите подряд 2-3 баллона герметика простым пистолетом для приклеивания, к примеру, потолочного плинтуса во всей квартире. Ребят, давайте проведем некий эксперимент. Кто считает, что вещь годная и нужная, ставит лайк. Кто так не считает, ставит дизлайк. Интересно будет глянуть, какой результат получится. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!